Следующий тип задач, когда одно объемное тело вписано в другое. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны единице. Найдите объем параллелепипеда. Что значит параллелепипед описан около цилиндра? Если сказать совсем простыми словами, это коробочка, а в нее вставлена баночка, цилиндрическая консервная банка, так что она касается всех стенок верхней и нижней крышки этой коробки. Представили себе, да? Консервная банка в коробочке, так что касается всех стенок. То есть цилиндр вписан в параллелепипед. Прежде всего, давайте мы заметим, что высоты у цилиндра и у параллелепипеда одинаковые. Кроме того, мы можем нарисовать вид сверху. Рисуем вид сверху, и что у нас получается? Мы видим круг, вписанный в квадрат. Радиус этого круга равен единице, значит, сторона квадрата равна двум, значит, площадь основания параллелепипеда равна четырем, и мы находим объем, это площадь основания на высоту, то есть 4 умножить на 1, ответ 4.